Добрый день, друзья. Сходил на приемку, набрал вот таких вот банок. Вот в этой ступке гроверные шайбочки. Извиняюсь. Вот они. Но это уже остатки, там полные. Вначале показалось, что на кольчугу хватит. Сейчас что-то сомнение. Видите, там лежали всякие болты, гайки. Я их пооткидывал. Вот баночки, я не знаю, тут их почти 40 штук. Думаю, по десятке, то 400 рублей. А весят они там 50-60 грамм. Вот. Так, что-то я отложил. Таких вот взял переключатели от велосипеда. Мысль на ХВЗ попробовать поставить. Чтобы меньше наклоняться не на раму, а на руль. Вот там несколько фрез, я их отложил. Откинул уже. Вот такая интересная. Большая. Так, извиняюсь. Вот такого вот профиля. Ну вот замочек у меня есть. Покупатель любит. Ну, не все он почему-то забрал. Ну, надеюсь, заберет. За полтинничек. Такой вот измеритель без стекла. У меня, по-моему, есть сломанный. Добавлю стекло. Ну, переставлю. Подшипник. У меня этот центр упорный, вращающийся. Со сломанным есть. Ну, хочу добавить, чтобы комплект был. Вот такая вот штуковинка. Можно вставить, допустим. Ну, вот такой камешек. Такая вот баночка. Просто жестяная. Ну, мне понравилось. Вот такой измеритель. Тут мысли, что его если проградуировать. Ну, то есть взяли микрометр. Ну, поставили какой-то. Ну, вот крайнее положение, чтобы там было столько-то. Ну, я думаю, просто там за сотку продать, да и все. Так. Ну, это, как вы видите, из топора сделанный ледоруб. Скоро сезон. Вот ценная вещь. Это для заточного станка оснастка. Сюда крепится круг. Вот сюда. Здесь вот их нету. Сейчас. Ну, это попроще. Вот. Видите, такие вот железки. Они для балансировки. Ну, то есть, если камень тяжелее, легче, чтобы не бил, можно их перемещать, закреплять больше, меньше там их. Вот. Я думаю, рублей по 500 вот такие могут быть. Вот эти попроще. Ну, не знаю. Так, у меня где-то, по-моему, вот их. Сейчас. Раз, два. Тоже вот такая. Вот. Такая хорошая. Так, это цанговый патрон. Что-то плохо. Я что-то выставил. Не торопится брать. Здесь одна цанга. Поэтому не знаю. Надо скидывать дешевле. Ну, вот такая вот струбцина. Надо это пройтись немножко там метчиком. Так. Вот такой вот упор. Ну, подозреваю, что тоже от заточного, но не уверен.
Ладно, вот этих еще взял. Ну, поглядел их, кстати, стоят недешево. Пирамидки. Вот они. Видите, комплектами. А вот он. Блин. Ну вот совсем простой. Ну тоже. То есть нам, вернее, не хватает кое-чего. Ну вот я опять думаю, за 2000 могут стоить. Были большие пирамидки, не стал брать, во-первых, тяжело, а во-вторых, ну, кто их знает, как их возьмут, не возьмут. То есть это вот комплектами. Ну да. Там что-то еще вроде как. Ничего там нет, ладно, все. Ну вот, собственно, как итог. Надеюсь, 2000 за эти, за оснастку, сотка, 4, 2,5, 600, 700, 800, ну какой-то вот этот упор. Триста, пятьсот. Ну, я так думаю. Ну, вот такой комплект может быть. Ведь не знаю, сколько он может быть. Ну, сотни три, допустим. 3-5, скажем так, сотен. Допустим, если 500, 500, 500, еще полторы. Ну, пускай этот будем считать того, что у нас. 2, 3,5, 4. Ну, вот какая-то такая вырисовывается. Может быть, коробочки оставить себе, скажем, сделать как сделать какой-то ящик для них. И, скажем, ну, наклеить наклеечки. Там коробочка. Ну, то есть там, допустим, М4, М5, М6, М8, М10, 12. Гаечки, коробочка, винтики, коробочка, болтики. Ведь и вот так, чтобы они чик-чик стояли в каком-то. Вытащил нужную, открыл. То есть удобно чик-чик-чик пальцем выбрал. Вот. Ну, гравера, опять же, прикинуть, насколько их. То есть можно, ну, по весу продать, если они мне не пойдут в дело. О, вот. Передо мной много забрал вот всякого вот такого человека. Там, ну, несколько сот килограмм. Вот, что еще. Ну, вот, собственно... Такие по плетению, я что-то не помню, сказал или нет, что надо эту выкройку, то есть как сделать рукава, чтобы они не в бок шли, а вниз. Хотя, опять же, смотрите, если мы, ну, как бы боевая кольчуга, то мы довольно, ну, то есть машем руками, они у нас, скажем, поднятое состояние для них нормальные. Тогда действительно вот рукав идет и вниз. То есть такая буква Т. Если для как декоративная, тогда мы меньше руками машем. Чик-чик. Вот, ну то есть надо поглядеть, как это. То есть там само это плетение понятно, я пробовал.
Ну, что-то, мне кажется, даже половины не будет тут. Ну, может, что-то попробовать, как какой-то там пояс, еще что-то сплести. Ну, для этой тренировки и, соответственно, если еще когда... Ну, видите, я сказал, сколько... Чуть ли не за 5 лет первый раз. Ну, опять же, надо взвешивать, поглядеть. Может, съездить в магазин, и где подешевле, и купить. Докупить. Вот. Что еще? Ну, вот такой широкий. Довольно. Вот. Ну, такая забавная. Не знаю, что носить в такой. Ну, кстати, хорошие, это, знаете, если есть. Ну, конечно, тяжеловато. А так вот в поход. Ну, не в поход, скорее в поездку. Нитки, клубочек, иголки в него. Мне кажется, как раз влезет. Допустим, черных ниток. Внутрь иголочки, там еще что-то можно. Чтобы не проткнулось, не потерялось. Вот опять, насколько он... Ну, я думаю, он протекает. И он, получается, ну, нижняя часть вот до сюда. Ну, то есть нельзя положить прокладку. То есть, если такую вот толщину прокладку положить. Вот. Тогда. Ну, то есть что-то, что может сломаться. Такая вот. Вот, ну, опять же, подумать, может, не по 10, а по 15 попробовать. Я помню, тогда аптечки купил, думал, тоже рублей по 10 коробочки от аптечек. Пластиковые. Вот эти маленькие. А что-то ушли хорошо, рублей по 40, по-моему. Может, и такие. Кстати, удобные. То есть не реклама, а... Скажем так, видите, некоторые немножко такие грязноватые, почистить надо будет, а так вот какой-то вот носимый аварийный запас в карман и пошел, то есть сюда, не знаю, мультитул, там, не знаю, ну, кто что хочет, очень подходящая коробочка. Что еще можно в такой таскать? Ну, что угодно, опять же. Не знаю. О, жесткий диск. Или чуть-чуть не влезет. Можно какой-нибудь, не знаю, отвертка, бита, еще что-то такое положить. Чик, открыл сразу, под рукой все. Чик, закрыл. То есть можно какой-нибудь подсумочек сшить, чтобы, ну, там, допустим, чтобы не проткнулось, не поцарапалось. Чик. Хоть на пояс, хоть на что. Ну, опять же, помыть можно, закрасить. Если мы там не хотим каких-то богатырей, а что-то, не знаю, камуфляжные хотим, какие-нибудь зеленые, там, хаки. Вот. Не знаю, люблю коробочки, поэтому не мог я пройти мимо них. Интересно сказать.
Сейчас, наверное, пересыплю. Ну, не сейчас, наверное, завтра. Вот, меня есть такой вот взял. Тоже на приемке. Забавная банка в виде дезодоранта. То есть это от виски. Вот. Как раз, я думаю, они туда влезут. Ну, вот такие вот покупки.